Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный заряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем мочить всякую шваль в экс-махина. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки, и мы выдвигаемся. Напомню, в прошлой серии я подобновил машинку. Единственное, что я пока был в Гелювеце, забыл заехать на ремонт. Но получил 47 тысяч за уродов. Теперь надо на ближайшем поселении маркер кинуть. Дабы заехать туда и починиться. Теперь надо придумать, как мне проскользнуть. По идее, мне через мост. Я как-то даже не замучился особо. Ну, мучканул, что еще разделаешь. Ну-ка, поехали, подразберемся. Чё там да как? Щёлк. Готов. Так, пизды ему, конечно, ввалил, но проблема вся в том, что лут-то мне не достать. Как это не могло бы быть печально?
Я уже хотел пизды дать, потом смотрю, вроде свои. Рановато активировал, по-моему. А, ёпта. Всё, ничего, когда, блять, выпрыгивает из-за холма Белас. Возьмем на себя охрану, а ты захвати генерала АР. Он едет в личном авто. Ты сразу узнаешь его. Ой, я что, заблудирующие пускаю? Генерал в наших руках. О, нормальный Максим. Куда я, блядь, вообще заехал? Еще один путь в Аржан, по-моему. Ну и точно, exit only. Аж вспышечка получилась. Значит, я не ошибся, по-моему, действительно пизданули из фагота.
Заебись, однако, скачки. А, я ж в Либриуме, блядь. Чуть-чуть в минус работал, да, не скрою. Нахуй я сюда подперся, не знаю. Может быть, надеюсь, что удастся резануть. Если бы не Зиро, я бы, может, даже и уехал своим ходом. Сука, не трогается. БелАЗ не может в горочку. Сука. Вот она, очко комариное. Связки пересушил, да сколько ж можно. Так, сразу же ремонтируемся. Не же позевывать начинаю.
Кабины сразу чекаем. Угу, замазали чуваки. Радиомолчание, так радиомолчание. А хронометраж нам вещает, что у нас есть еще 15 сраных минут, поэтому... Ну, хули делать, поеду в ночь. Да, опять заезд, опять, сука, воржа. Пилим дальше. Ой. Так, смертельный Максим с водяным охлаждением. Повреждение 69. Скорострел 117, да? И КД у него 1.9. Сейчас и проверим. Игра, походу, решил меня эпично потроллить. Подкинув мне аж, сука, 3 Урала разом. Но заметьте, я затащил. Фу, сука.
Придется все руками раскладывать, чтобы побольше увести. Да, сука! Это господь, господь. Первое орудие! Пли! Что-то как-то жарко, не находите? Нихуя себе, тебя там зацепило, тебя распидорасило. Такого обращения. Чё там пиздатого? Рапира за 1935. Где? Кто? Угу. Перчим далее.
Чё-то как-то батлов много не находите. Хотя, с другой стороны, я давно мечтал о конкретно такой бесоебле. Приветствую тебя. Здорово. Не, дай-ка я вертухнусь и солью все барахло. Тем более по деньгам я с этими забегами конкретно поиздержался. Было 300 с мелочью тысяч, если так подумать. О, 400 штук. Сохраняемся и едем. Какие новости? Да я только что оттуда все рассказал там. И мы пиздуем по кустам. Хой знат кода. Миленько. Тараном добрал. Ну, хотя на такой-то скорости. Да, хочу съебаться. Я выскочил, получается, с другой стороны. Зеон. Так, секундочку. 30 минут. В принципе, наверное, оставим штурм Зиона на следующую серию. Сука, Зион, я совсем не о том думаю. Ну, вы поняли. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пока.